Ежегодно на первой неделе Нового года в Бурятии отмечается некоторое снижение заболеваемости респираторными инфекциями. В первую очередь это обусловлено низкой обращаемостью к врачам в период продолжительных выходных. Между тем, в регионе заболеваемость ОРВИ, гриппа и COVID-19 достаточно высока. С учетом эпидситуации, возобновления работы организованных коллективов, активизации контактов возрастают риски инфицирования. В связи с этим, в целях сохранения здоровья, хотелось бы порекомендовать нашим гражданам по-прежнему соблюдать правила личной гигиены, поддерживать оптимальный микроклимат в помещениях, а также при появлении симптомов заболевания следует остаться дома и незамедлительно обратиться за медицинской помощью. В последнее время медики все чаще выявляют так называемый гонконгский грипп. Этот вирус несет особые риски для маленьких детей и пожилых. Не застрахованы от заражения и те, кто страдает хроническими болезнями сердца, легких, почек и крови, и люди с ослабленным иммунитетом. Нередко заболевания сопровождаются болями в животе и тошнотой.